У нас тут такой хороший, шикарный тротуар, который может спасти человека. Ну и вот это случилось. Тут вот в районе второго столбика. Вот эта ступенька. Бабушка споткнулась и полетела прямо под колеса мои. Если был бы грузовик, она бы была там. То есть я отъехал туда шире. Ну тут весь тротуар такой. Шикарный, шикарный. По которому можно проехать с коляской человеку, если он вышел из троллейбуса. Вот вдвоем даже не разойтись. Никак.